Чему там горит? Там же горит-то нечему. Ну, где-то бамкнули что-то. А что там горит? Мама сказала, она звонила, он видел красоты. Что? Мама поговорила, и она говорит, что ну, это по полосам бахают. Нам говорят, ничего страшного. Какой нахуй ничего страшного, блядь? Ты видишь, что творится, ёпта. А они говорят, это туда бьют. Так туда, блядь, блядь. Так оно сейчас сюда, блядь, прилетит и скажи. В ответку. Ебанутой, нахуй. Да у нас ответки не будет. Ответки не будет. Сидите в магазине. Да послала нахуй, она там сидит, сука, падла, блядь, в подвале, блядь, ёбанутая, тварь. Ты видишь, что все закрылись, нахуй. Все, блядь, текают. Глянь, что, блядь, творится. Ебаный насос, блядь. Пиздец, блядь. Я вон с площадки нахуй драпали так, что ну его нахуй. Она не верит, я это утро покажу. А что это горит, Лид? Аэропорт. Да, наверное, сказал по аэропорту все это бахает. Хотя мама говорит еще за этот, на Путиловке тоже что-то горит. Капец.